Всех приветствую, дорогие друзья! Вы находитесь на канале обзоров походной еды. Посмотрите, прямо в кадре сегодня оказалось у нас ассорти мясное по-особому в желе от Березовского мясоконсервного комбината. Мы вот так на природе выбрались, уже у нас один образец готовится. Возможно, когда-нибудь попозже вам о нем расскажу. Но нас интересует вот эта ассорти, новинка. За 4,50 в Короне можно приобрести. О, знакомый нам дизайн. Дизайн березы. Такая вот советская краска, как бы. Интересно, что они вот тут нарисовали прям такое, ну, блюдо какое-то необычное. Консервы фаршевые идет. Посмотрим, что ее когда сделали. Свеженькая, 23-й год. Береза. Нас интересует что? Состав. Говядина, сердце говяжье, соединительная ткань от желовки. Мясо говядины. То есть, ну, такие сразу, типа, ждите прожилки, друзья, они здесь будут. Лук, соль иодированная. Ну и, конечно, ферроцианит калия, чтобы не мялось. Перец красный. Закладка 53 говядина и сердце 23%. Впервые на канале вот такой вот у нас дуэт, можно сказать. Сердце говяжье и говяжье просто мясо, тушенка. Ну что, интересно, откупорим же нашу кубышку. Итак, друзья, кубышка открыта. Сейчас обратил внимание, что рекомендуют ее охладить перед употреблением. Все-таки, ну, как бы ассорти, да, субпродукты. И посмотрите, что мы видим. Запаяно вот таким вот желтым жирком. Ну что ж, попробуем открыть. Отлично, сегодня на природе, конечно, находки у нас просто. Олени, ох, какое мясо. Рога нашли. Может, я вставлю даже в видео в конце. Посмотрите, что можно весной найти, какие интересные штуки. Ну вот такое мясо красного цвета на вкус. Холодный тест. Ну такая, как пюрешка идет. Мясная, очень мягкая. И этот жир приятный. Так, GoPro. Нормально. По соли нормально. Ну, вот ферроцианит калия чувствую немного. Какая-то химия присутствует. Просто еще вот сало жарили. Может, натуральный вкус перебил. Ну, честно сказать, есть холодные тушенки и поинтереснее, поприятнее. Вот, ударил перец. Очень много перца черного насыпали. Да, прям острая. Ну, не знаю, на 6 баллов холодный тест. Попробуем ее разогреть. Мы рекомендовали, но мы, вопреки рекомендациям, нарушим все правила. Опытные выживальщики, погреем ее. Ну да, такая островатая. Ну что, не переключайся, сейчас она отправится вот в это пекло. Впереди у нас самое интересное. Итак, прямое включение с горячего теста. Было очень жарко. И посмотрите, растаяло наше говяжье сердце. Вот этот жир. Наверное, все, мы прямо сюда загрузим сейчас. Блин, горячие утюги. Надо приемы гитконга использовать. Давно не... Слушай, а там я ел конину. Конина не зашла мне. Не зашла? Нет. А там Мавровский мясокомбинат местный. Там просто казахи. Хорошая? Хорошая. Ну, я нашу ел. Нет, мне кажется, это не наша тема. Казахи ж там эту конину жрут. Казахи любят ее, а да. А там рядом, в принципе, все. Ну, похоже на котлету на какую-то. Все в жиру, сердце как-то, оно тут все вперемешку. Ничего мы, конечно, не увидим. Ну, пробуем. Рекомендовали охладить. 6 баллов мы поставили за эту рекомендацию. Пробуем горячий тест. Ну, вроде получше. Но все равно напоминает какую-то котлету такое. Соль обострилась. Но немного перец ушел. Ну, не знаю, на один раз.
Наверное, поставлю я 7 баллов. Что-то не тянет. Нет, тоже 6 баллов. Такая средненькая. Средний вариант. То есть все понятно, можно подводить итоги. Если вообще ничего не будет. Вот сейчас мне перец попался. Ну, короче, если ничего не будет, ну, то чтобы выжить, можно взять ее и съесть. Но при наличии других вариантов не рекомендую к покупке. Ну все, с вами был Макар. Подписывайтесь на канал. Возможно, бонус вставлю в конце видео. Посмотрите. Забирайтесь почаще на природу.